Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчане стали чаще брать кредиты на подержанные машины. Это отмечают в кировском филиале ВТБ-24. Выдачу кредитов там увеличили на 60%. Новые авто более чем в половине случаев приобретаются по программам льготного автокредитования. Средняя сумма займа 500 000 рублей. Самые популярные марки у кировских автомобилистов – «Лада», «Фольксваген» и «Хюндай». На подержанные машины приходится 12% от общего количества автокредитов. Сумма выданных средств выросла в 5 раз за год. Здесь популярны Hyundai, Volkswagen и Toyota. Увеличение интереса к машинам с пробегом эксперты объясняют ростом цен на новые автомобили и расширением предложения на вторичном рынке. Программа «Экономика». Уехать за рубеж должникам станет проще. Госдума одобрила увеличение порога задолженности для запрета на поездки. С 1 октября сумма вырастет с 10 до 30 тысяч рублей. Правда, послабление не будет распространяться на алиментщиков, тех, кто должен возмещать вред здоровью, моральный или имущественный. Правда, и повышение порога станет временным. У гражданина будет 2 месяца для погашения долга. Затем порог снова понизят до 10 тысяч. В этом году в 1,5 раза выросло число постановлений о временном ограничении на выезд из страны. По данным погранслужбы ФСБ России, их с начала года там находилось 2,5 миллиона. Кировчан среди тех, кому запретили уезжать за границу, 16,5 тысяч. Более 1,5 тысяч жителей области, столкнувшись с невозможностью уехать, погасили долги. Экономика на 101 FM. В Киров чаще всего едут по делам. К такому выводу приходят в Кировстате. Там изучили посещаемость кировских гостиниц и хостелов, а также цели визитов гостей. По данным ведомства, в регионе сейчас 138 гостиничных предприятий, в них 2500 номеров, из них 220 номеров высшей категории, 5 для инвалидов. В течение прошлого года в кировских гостиницах останавливались 220 тысяч человек, более половины из них приезжали сюда в деловых и профессиональных целях. Иностранцы составляют примерно 2,5% приезжих, и по данным Кировстата, 75% зарубежных гостей посещают Кировскую область не ради отдыха, а по делам. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 60 рублей 38 копеек, курс евро 68,95. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.